перешептываются между собой и думают на тему того, к черту, это пятое место по итогам регулярной части сезона. Лучше либо четвертое, либо шестое. Потому что кто его знает? А здесь Стоичков. Какой шикарный гол забивает Стоичков. Ой-ой-ой. Что творит Стоичков? Вот он, Стоичков, принимает мяч. В окружении четырех футболистов Стоичков уходит. Буквально одним движением от оппонентов. И внешней стороной стопы в дальний угол. Молчит свисток. Хороший перехват. Альварес. Франсуаль получает мяч штрафной. Вновь протыкает здесь Сориано. Технично действует корпус. Прострел низом. И как здесь мяч в сетке не оказывается? Вот это да. Театральная пауза. Мягкая подача в штрафную на дальнюю. Скидка. Удар в касание. Справляется Сориано. Разыгрывается этот стандарт. Обратная передача на 10 номера. Заброс в штрафную площадь. Удар поворота. Выручает Хуан Сориано. В очередной раз. Обокрал Хосе Леона. Продолжается атака Ибара. Эду Эспозито. Мяч под правый. Удар. Отбивает Хуан Сориано. Добивание. Мимо ворот. Эду Эспозито. Очередной стандарт для Ибара. Подача в штрафную площадь. Атьенца. А здесь Чема Родригес. Чема Родригес. Центральный защитник Ибара. Вторым оказался на этом мяче. И расстрелял Хуана Сориано. 2-0. Голевая на счету Эду Экспозито. Атьенса не дотянулся, но дотянулся, как я уже и сказал, Чема Родригес. Касание. Мяч перевел под перекладину ворот. Здесь Хуан Сориано не спасает. Пока уступает. А здесь все спокойно для Эйбара. Уверена победа со счетом 2-0.